Дайте хулрибов. Малокрас-то четвертый, да, босс? А, это предпоследний, да? Да не надо в хила. Сейчас посмотрим, что будет. Че, все готовы? Маиша не готова, готова. Так, ну все тогда. Вот примерно на дальней линии Танчева. Вот, да, вот тут. Опять всю хп не вижу. Мне показывает, что у тебя нет хп. Я ну, мне тоже. У меня показывает, что ты фуловый. Ну, в смысле, вот показывала, по крайней мере. Мобы объем. Так, вот я сейчас бегаю за. Вот сюда. Вот. Тут в центре места. А, нет. Вот. Ну вот, не знаю, с ребятами с какими-то сделал. Понятно. Сейчас вижу, что у меня хп отнялось. А, резайте ханта. Так, все, начинай диспелить, Лаш. Смотрите, когда все дракончики выйдут. В смысле, я же медведь. Я могу фулл диспелить. Хиль главное. Ну скоро надо будет уже трэш бить. Блин, Сержук, что с... что с твоим лицом? Я все, не весь знаю. Трэш вышел. Да, все, весь трэш вышел, бьем трэш. На пол трэш. Трэш. Я сейчас умру, ёпта. Это, видимо, только в взломании багается. Да, причем, видимо, только на этом боссе. Какой кринж. Вот я сейчас вижу, что у меня хп отнимается. А-а-а. Только не сдохните сейчас. Дайте инер. ШП. Ой, да инер. А, все, мы дали. Че, Лео убивать надо хранителя или как? Нет, все, забей. Когда выйдут все дракончики, даем Геру и заливаем дракончик. Дракончиков пока не трогайте. Не спалю. Это последний пак, да, драконов, я так понимаю? А, да, все. Геру на пул и убиваем. Захил. Так, у меня мана кончается. Помогайте спилить потихоньку. Хотя я собаку могу сдать. Че тут вайп отряд в деле, да? Типа того.
Все, убили дракончиков. Да. Все, да. Спокойно добиваем босса. Что, больше не будет? Останется только бомбочки. Ну, вот фаза эти, с все. Лампочками будет, все. Самые сложные прошли. Четвертый раз по мане сразу для босса нормально. Да? О, 80 раз дисплеев идет. Рольчиком что нужно? Какой попытки убили? Со второй? Вторая попытка? Но мы один раз, получается, слегли. Ну, сейчас самое интересное. Что, все наролили? Ну, потом мы лут не заберем, если что. Ну, все, в диспой ушло. Да мы не дохнем же. Самое интересное будет на Зулджине. Не, мне кажется, перед Зулджином сейчас будет весело. Нас половина нету. Ну, вдруг так гуманоид, его надо будет контролировать. Там гуманоид. Кто будет гуманоиды контролировать? Троих контролишь, одного под босса и клевом захуярили, да и все. Не, ее надо будет прям заиграть. Ее первым будем убивать. Потому что она хилит босса. Ну, она просто хилит. Гуманоидов могут приручать присты, нет? Ну, опять эти пидоры с Сируса наебали, да? Да не конченые, типа, размыто пишут, типа, вот, пустим в работу. Что значит пустим в работу? Как сами написали, среда, четверг, блядь. Как я плюсы потом поставлю, мне символ поменять. Я могу тебе лук поставить, купишь, если нет. Да не-не. Вот бюс. У меня в банке есть. Блин, ну а такой-то аук, такая удобная штука. Аук, такой аук, такая удобная штука, ты просто в рейде бас поставил аукцион. Сделай его мне как игрушку. Ну только-только он ограничен. Ну я думаю, игрушку такую можно было бы сделать. Ну она подавалась, наверное. 40-й лоялки какой-нибудь. Да. Не понимаю, что такое есть. Все ты там супер много наднатил им. Так, ну что делаем, как контролим? Ну, Элисон мы заливаем, получается. Лорда Родана. Я могу вообще сапнуть кого-то здесь? Нет. Понятно, так, бесполезные ваша... разбойники. Пара минут АФК. Элисон, черепок мы убиваем. Родана контролит Войд.
А потом, кто может? А Карага, вот, например, ДЦшники, наверное, могут, да? Это... Да, нет? Карага могут ДЦ. Ты его можешь поддержать? Ну, попробуем. Я не был здесь ни разу, я не знаю, что сейчас будет вообще. Но я просто вижу, нежить. Шакл же есть. Помни его, да, и шакли его. По откату. Вот. Че, Элисон мы заливаем, да, все-таки? Элисон заливаем. А Болотного может забанить, получается, лок? Это Элем. Элем может же лок забанить? Вроде может. Лок. Ну, ты банишь Болотного. Ну и все. Так, я тут спеку из ДЦ. Да ну, хули ДЦ у тебя есть, Холик? Да. Давай, Холика. Хули ДЦ у тебя есть, Холик? Что такое, очкуешь, да? Хули ДЦ есть. А нет, даст масс-контроль, все. Я знаю. Все на смарку. Всем привет. 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 А что, сегодня какая-нибудь суета будет? Ну, наведи. Наведи, будет. Давайте сходим куда-нибудь. ГМХМ, ТТГ, ЦЛК, ОП, будет. Ну, это в 4, а до 4. Будет какая-нибудь суета? Мы уже суетимся. В процессе. Блин, а где? Заломан? Ой, я к вам не успею. А у меня не грузит стрим, у меня компьютер корыто. Угу. Включал. Да? А после него куда пойдете? Через наверное. Его надо сначала пойти. Покурить бы, конечно, было бы неплохо. А вам расскажите, что здесь, как разговаривать? Так, Стар, расскажите, что вообще делать надо на боссе? Ну, первые три мы прохиливаем. На четвертую мы сдадим незыбку. У нас незыбка есть. На пятую сдадим, тогда получается спокойствие 2. На шестую Геру. Ну, а там 2 гимна будет. Если что, я первый гимн сдам, ты второй. Правда? Все поняли, как контролить, что? Первый убиваем Элисон, потом играем босса. Элисон. Давайте. А мне что делать? Ты кто? Три дамаж. Ну, не дамажь тех, кто в контроле. Да, спекайся. Мы сейчас заливаем черепок, потом... Босса отводим подальше. Ну, типа сначала потом повелителя. Убиваем, все остальные три метки контролятся. В ДД спекаться мне? Да, да, ты ДД. Здесь один танк нужен. Но на следующем боссе тоже один танк. А сколько боссов еще осталось? 2. Понял. Спасибо, Войт, что объяснил, очень неприятно. Да-да. Чё, ну, если все поняли, то ну давай, полетели. Пробуем троить, чё. Вы спокойствие, гимна ХП на зип, не зыбка потом. Давай будет. Или сныкаем? Да под босса его сводите. Я покикаю исцеление. Возможность тоже кикать. Да, кикать исцеление. Хилиться. О! Там разбанились, алё. Забаните. Там пета играют, потому что по ним. Пета уберите, пет бьет. Не, пет бьет забаненного, это нормально, когда вот он ударил по чуваку в шакле. Можно нам немножко подальше отвести босса. От Карага. Все, убили. Еще раз дал на пол. Сейчас способность шамана, это, наверное, цепуха будет. Там могут яды быть мои. Это прохиливаем, следующего тоже прохиливаем. За Карагом смотрим. Пусть здоров кто-то. Там болотный что-то это идет просто. Да, получше смотрите, за контролем. Лучше меньше урона, но это. Я фернула. Спел.
бегает. Лока, прям смотри, пока это не... Таргет возьми его. Не таргет, а фокус. Это пархил. Дальше план нужен. А, пульту 25, какой нужен этим левел? 200. 200. Гер. Или не гер, там есть гер? Просто гер не открыто еще. А, гер нету еще. Пульту 25, главное просто прийти. Понимаешь, туда просто никто особо не любит ходить. Потому что нужно только хила. Ну, там интересно. Сейчас сдается не зипка. Братья, пожалуйста, забаньте. Как не зыбу на последнюю отдавал бы. Ой, дракон. Вот и поговорили. Бан. Давайте, мастер, короче, вот сейчас Геру, а потом спокойствие. Ну, Геру наследует, когда будет это духовые вот эти вот всплески. Там духовые молнии. Сейчас даем Геру. Через 2 секунды. Можно уже Геру давать. Давай Геру. Прохил. Будет держи поиску. Да. Он тебе напишет, что более мощное задание. Поэтому я всегда и спрашиваю, когда будет Геру давать, чтобы молоко не ушло. О. Спрыгнул просто. Я понял. Вот сейчас спокойствие прожмете. Ну и где? Ну, нормально. Три хила. Так, следующий там гимн. Дожки успехов он там не будет отвлекать. Пока что. Так ты и не отвлекала, в принципе. Ну, я думала об этом. О том, чтобы отвлекать нас? Конечно. Да тут с особо ничего трудного. Думаешь, мы были бы против сейчас? Уже, наверное, будет. Мне кажется, мне дали только что заказывал уже. Я ж не знаю, насколько освободите. Там. Да мы на чили на расслабоне. Да? Ребята, вагонят нас. На банке, блядь, на чили на расслабоне. Калик притягиваем. Ну, он следующий дожгим, но он, скорее всего, уже умрет там. А вот там примерно на сколько по времени? Ну, еще примерно будет. Минут 30, наверное. Mm-hmm. Ну, я пойду пока в Skyrim погоняю. Может... Все равно делать нечего. Давай. Mm-hmm. А что там этот, как его называют? Банчик, спасибо. А потом куда вы пойдете? Банчик. А вот, ну, бок. Возможно, ГМО туда будет собирать. Mm-hmm. Возможно, тоже подойдут туда. Ну тогда буду чекать дискорд там, если что. Ну, как всегда, в принципе, упал чмот. Можно, пожалуйста, спасибо, срез? Ну, до связи. Шапка, ой, конечно. Убила. Убила, да. Спасибо. Посох, ну, приодели того, кто оделся. Прираздели того, кто разделся, в принципе. Да. Что, мне обратно в ДЦ прыгать? А, да, прыгай. Палку на транс заберу, если кому-то надо, кричите. Какая страшная башка. Так. Куда пошел, блядь? Тут один босс. Авелания. Самый сложный, видимо. Твой выход.
твой вход. Стой, ты можешь шкаф поставить, лок? Лок. Лок, лок. Кто-то назвал мое имя? Да. А твое имя разве Элания? Я думал, Глеб. Зачем мне тупо на ласты заходить? Потому что нам, ты нам нужен. Нас 9. Великих всегда призывали, помни об этом. Глеб, не день. Еще раз 5 вайпнуться. Опа, холи дринг. Да. Холи дринг. Здравствуйте. Зря ты голос подал. Ребята, можно, извините, я отойду на минутку буквально, Курну? Вот, то, что... А, он там вообще вышел. Пока сама не будем, блядинка. А, он с игры вышел, я понял. Я лучше, чем по вайпу и за обработкой фото посижу. Что я сейчас ну, и давай делаю? Ну, давай-то да. Где сидим? И в магазин надо скоро идти. Ну, деловой человечек. Не, мне в натуре просто уже сроки, блядь, горят по обработке. Ты чувака уже снял, как типа неделю, а фотки еще не отдал. Так, что тут падает вообще? Какой кал? Ух, вот раз упал. Ну, кто-нибудь, помогите нам должен убить. А че, холи дринг не аля? А чё такое? А чё такое? Заходи, нас там убьем. Давай, мы тут не вайпаемся. Мы всё с первого трая убиваем. Помню я. На прошлом КД, блядь. 3 часа ночи. На Химаше. Да нет, тут правда тёна с первого трая. Где-то я уже... Чё, пойдём за Симоним его? Да, пошли. О, у нас уже МА появилась, МА. А, вы с Ишей пошли? Окей. Я просто... Сразу МА появилась у него. С Ишей за ручку пошли с ума. За ручку. Я вернулся, можно, пожалуйста, тактику в двух словах? Или лучше вообще много слов? Понял. А, и на фазе медведя на второй тебе надо диспейлить еще. Понял. Диспейлить с него или со своих? Со своих. Понял. Объясни его на ласт фазе. Что же будет? Ранжу надо набрать 10 метров, и если в тебя столб огня кастуется, сразу моментально выйти из него. Не, ну если он будет защитован, и он успеет от него отбежать. На третьей фазе на ураганчика чё жмётся, не зыбка и массакра вместе? Ну когда у нас все ураганчики идут. Ну и тотем ставится на турге здесь. Не, лучше тотем не ставить, лучше пускай хан в этот момент нажмёт. Отойду на минутку. Вот. Ну, на тур аура будет у нас хантовская. И массакра с незыбкой. Ну и её личные сейвы. Начинать сдавать с пятых. Кто там на пятое дыхание сдавать спокойствие. На шестое, блядь, что там? Эма на седьмое. Гимн один на восьмое. Гимн второй. И на девятое незыбку.
Я уже думал, сегодня пройду, буду тестить лужи, блять, новые. У меня был ребут, но ничего не вышло. Агрит, трэш. Давайте рыбу фул рибов. Че, я снова каски даю? Не, каска нас фальдрина дает. Ну и помилишник кулаки. Можно по роге, по ханту кулак. И по ультрадруиду. По остальным каску дадим бомжатскую. Что, все всем рассказали? Ну, типа... Сбегаться будем, короче, вот этот угол. Вот сюда, где череп. На, ну, Юля, веди его в череп сразу там. Будем в череп стоять. Давай, 5 секунд отсчета. Куда ты отчет даешь, а? Ренджу наберите. Меликов пока до щиту их, холи ДЦ. Призан лут желательно и ультраду отбегайте. Мне пета убирать надо будет, слава богу. И на ком будет топор? Надо прохиливать челика. Войд без ДЦ, я могу же не отбегать, просто ложный жать. Ложный жми. И без ДЦ можно тоже, да? Ложно. Ну хорошо, сэр. В жизни приедет, блядь, и басыт. Сец. Скоро в кого-то кинет топор, его надо будет прохилить. Кому-то пол ебал оторвал, даже больше. Да. Есть такой контактик. Топор сейчас будет. Да я, кста. Я вот в ходсе было прикольно играть за Луджина. У него вот этот топор, это ульта. Она просто шотала людей. Так, сейчас будет перифаза. Подстопайте урон. Он превратится. Пока танк не заберет. На пул. Идем в черепок. Все вместе, да? Кто-то диспел. Да. Диспел. И вот это у нас диспел, давай. А то мы парализуемся все. Ну почему-то не всегда срабатывает на пачку. Не понимаю, как на 60-ти. 2% хант убираешь пета, все своих петов убираем, тотемы тоже, хант и ставишь ауру на натур-резист. Сколько процентов сейчас? 71. 70. Скажу. Угу. Также даем личные сывы, которые есть у вас. Незыбка, массакра. Пятьдесят три можешь брать пета и ставить его. Все, я отбегаю. Защитовываю всех. Всем щиты.
Все в угол, да, в угол. Незыбка массакра. Прохил. Сейчас ударятся от нас. Бежим в центр. Бежим. Все, бежим в центр. Просто все бежим под босса. Под босса. Блядь, почему здесь один ураган? Ага. Его как-то можешь забрать? Почему под боссом? Вот все, отлично. Все под босса, все знаете, хан тоже под босса. Ты должен убегать от этих ураганов. Еще не вызываю или можно уже вызывать? Пета, можешь вызвать. Ну стой под боссом, чтобы тебя не ударились ураганчики. Ну я понял, да, я просто стою в кухоне, не любью. На турка до конца, да? Пускай будет до конца этой фазы. Через 10%, когда он сменится, поменяешь. Тут ты все равно почти не бьешь. Ну, я уже прохожу. Холодильник поносишь эти на крутилке? На сейвы. Типа первые 5 прохиливаются. Хорошо. На 5 оба друида спокойствия. На 6 я сдам ма, на 7, блять. Кто там? Давай ты сдашь на гимна хп. Потом всё. Поле ДЦ. Босса забираем. Все, вызываем все тотемы, стоим под босса, петов. Еще бомжи даются, да? Я скажу, под. Они уже дались. Вот сейчас надо. Дайте на пул. На пул. И БР. Ой, БР. Дайте всю хуйню. Стамину бафну. Дайте лапку. Просто баф. Стамину дал. Так, сейчас переходка. Наберите ранжу. Все, пошла фаза. Все набираем ранжу между собой. Милики, смотрите под ноги. И все смотрите под ноги. Геру. Сейчас будут появляться огненные столбы, надо будет с моментальностью убегать. Это второе пламя. Поле ДЦ. Поле ДЦ ушел. Отошел в сторону. Отлично. Спасибо, что сказали. Призан есть встать? Щит ему сразу. Смотрите под ноги сейчас. Так, видите, столбы такие? Четвертый был. Сейчас встает. Ну, сейчас друиды спокойствие оба. Давайте. Так, следующее я ему сдам. Холи ДЦ, ультрадру. После этого дыхания, бэрь. Ультрадру? Так я уже отдал. Ладно. А, БР надо было? А чего надо было дать? Ну да. Я думал спокойствие. Лут дерьма. А что за кровь? Где это?
10 голды. 50. Ну, 50 голды. Тапки, скорость.